как РЛС устанавливают. Да? Да. И не раз. А сегодня? За каждый полет. И сегодня тоже. Тоже нашел. Да. То есть уже знают артиллеристы, да, куда стреляют. Да, они точно знают. Вот. Это снизу стреляли просто? Да, это стреляли вот отсюда, вот снизу, и как бы попали. Ну, это вылет, это выходное отверстие. Здесь входное. Упал он? Нет, он не падает. Кстати, это она, я еще раз повторяю. Прошу простите. Как звать? Фурия. Это назвали ее так парни, которые ее делали. Ну, она действительно чем-то напоминает. Вот этот мультик смотрели, да? Там никого нет. Это вот этот перекресток, да? Да. Вот там две наймёнки, пиздец. Там две наймёнки. Четыре штуки. Метр положили. Да. 14, да, штук. 610, да? То есть, насколько это может быть неточная стрельба артиллерии там? Помех, там ошибка в километрах, в полкилометра. Нет, километра, даже полкилометра, это очень тяжело. Не встречали мы на практике. 50 метров отклонение идет, оно в пределах зоны допустимой поражения. Вам передают же, ну, GPS-координаты, да, каким образом передают? Ну, скажем, разведчики. Передается местонахождение на карте, снимаются координаты и учитываются метеоусловия стрельбы. То есть ветер, он влияет на полет снаряда. Это уже отработанная наука десятилетиями. Что и позволяет нам уложиться в рамках десятков метров возле цели. А еще раз говорю, такое, в таких рамках, это в городах у нас нет таких целей. То есть целей на открытой местности в основном цели? В основном на открытой местности. А в том случае, если там, скажем, позиция их боевая стоит возле там дома, там одиночного там дома, жилого? Ну, как правило, огневая позиция, если это артиллерийская огневая позиция, они по-любому, им дома будут мешать. Рано или поздно они все равно появятся на открытом месте. Третья черга, вытрата один! Когда мы отходили, соответственно, они находились, батальон Донбасс, мы априори не могли стрелять по этим районам, потому что там находились наши войска. И реально люди с Донбасса, и мой артиллерийский корректировщик, который был в этом подразделении с Донбасса, видели, визуально видели, что с населенного пункта били тщательно. Они поставили миномет и били из миномета, даже ближе, это возле района моста, который вы тоже увидели, который они подорвали. Они били по
заводу, они по этому заводу, за которым и реально они же били по жилым кварталам. Соответственно, это легко, потому что доказать, работала артиллерия сначала, наша артиллерия, которая била только по укрепрайону, который находился в районе станции населенного пункта Бабаста. И вот налицо, факт налицо. По вчерашнему дню, когда мы работали по укрепрайону, который находится вблизи населенного пункта Первомайск, это вот реально, если, понимаете, ну эта карта тоже соответствует под грифом секретности, я вам показать не могу. Но мы по жилым районам не работаем. Не работаем, я еще раз говорю. Понимаете, ну есть законы, правила стрельбы, они создавались не один год, поэтому мы эти законы не переступаем. Если положено безопасное удаление от личного состава находиться до 400 метров, а 400 метров это живая сила, это живая сила, это и люди, и дома, и это мы эти правила выдерживаем. Поймите правила, вы видели целый комплекс мероприятий, которые проводятся здесь на огневой позиции для того, чтобы стрельнуть. Это мы учитываем и направление ветра, и скорость ветра, и давление. И поэтому все цели, которые мы разведывали сегодня с помощью беспилотного летательного аппарата, с помощью, вернее, это ребята из батальона «Донбасс», после этого мы нанесли огневое поражение противника. Реально, какая? Они начали загонять мужчин, мобилизировать на это. Ну они же в принципе здесь ничего ж не разрушили, ничего не разрушили. Для того, чтобы показать, вот заходит украинская армия, да, какой-то снаряд залетел, убили какого-то мирного жителя. И, понимаете, можно, соответственно, выкладывать карты на стол и рассказывать. Ну смотрите, когда мы были здесь, ни один из ваших не погиб. А как только пришла украинская армия, соответственно, ну вы взрослые люди, вы не то, что вы взрослые люди, для того, чтобы действительно телезритель, который будет смотреть эту передачу, будет смотреть интересно, неинтересно, для того, чтобы действительно понял вот эти ценности, кто за что.